пытается пускай. Они сделают так, что в одну у нас китайцы будут заходить. А, Китайлер не стеба там курсы тебе сидит. Знаешь, кирдистер, пирсинит вода. Маскара вот. Ой, наши враги не китайцы, в первую очередь. Наши враги – наша власть. Вот кто. А все остальное потом. С китайцами потом все разберемся. Прав нету, права есть, просто их не соблюдают. Права есть, все права у нас записаны. Пусть 100 раз исправленная конституция, все равно она на нашей стороне. Я имею право здесь стоять. А то, что мне не дают этого, это их преступление, а не мое. Я стою, потому что у меня здесь есть право стоять. И есть право там стоять. И они должны нас только защищать, стоять и соблюдать, чтобы был порядок на этом митинге. Вот наши права. А то, что они делают, это неправда, это неправильно. Я ничего не делаю противоправного. Они вам на это могут ответить, то вот за вас никто и не забирает. Никто не забирает, но почему меня не пропускают? Нет, они сказали, здесь стоять тоже нельзя. Вот детей тоже. Обойти надо будет им. Обойдите, да, дети?